Ребята, привет! Сегодня мы с вами на дедовском канале. Не переживайте, есть у меня в руках секатор и нож, то это действительно дедовский канал, лозоплетение. Хотя перед нами вот такая, можно сказать, катка. Еще не доделанная полностью, но так как у нас на носу Новый год, и нам нужно быстренько украсить елочку, поэтому советую вам вот такой способ. Там чернозем внутри, сверху я быстренько вам расскажу. Такой беленький песочек, дренажик там тоже сделал, поэтому все это у нас в мешочке таком. Это большой мешок из-под муки, из-под сахара, там пленочкой заложил. И сейчас вот таким способом можно сделать начало нашего плетения. Планировал вам показать на улице. На улице можно этим заниматься в любом месте, вставляя вот такие стоечки в почву. Но так как мороз у нас тисканул, поэтому в домашних условиях вам покажу вот такой способ, как быстро сделать вот такое плетеное изделие для проведения Нового года с елкой. Вот так по кругу визуально, сколько сюда ляжет прутиком, вернее станет, столько и ставим. Сантиметра 5-7 между стоечками делайте. Вы обратили внимание уже, что стоечки я оставлю. Это у меня прошлогодняя, как я говорю, лоза. Она пропарена. Как пропариваю я лозу, я вам обязательно покажу в ближайших видео. Поэтому просматривайте наши видео, подписывайтесь на наш канал. Будем заниматься творчеством лозоплетения вместе. Просто вот здесь вот поставил, потом, чтобы ее можно, обычный ящик. Такие ящики вы можете найти, сходивший где-то к любому продовольственному магазину или на рыночек, найти, и будет такая типа подставочка. Вот такое мы сделаем. Сейчас это все делается быстро, на одном дыхании. Все, сейчас мы стоечки такие поставляли. Здесь без разницы, сколько стоек. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Можно четное, можно нечетное. Сейчас будем оплетать дальше. Не пожалеем мы с вами уже вареной лозы, так как новогодний праздник у нас впереди. И здесь пройдем тройным плетением. Вот так. Фиксируем тремя прутьями. Немножко сейчас их туда будем заталкивать, так как у нас наше изделие стоит туда-сюда, двигать не будем, поэтому суть плетения вы поняли. Просто для начинающих, кто первый раз меня видит, вернусь еще раз. Кто первый раз, не поленюсь, раскидываю. Вот так вот. Один через два сюда. Потом сюда заходим. Через два сюда выходим. Это плетение в три крута. И сюда вот, под низ. И сюда. И таким способом идем по кругу.
кто первый раз Киару на нашем дедовском канале. Сейчас я уже побегаю, буду вокруг бегать, поэтому принцип вы поняли. Итак, идем дальше. Вот таким способом. Я уже не буду вас. Все равно хочется посидеть. Привык сидя и работать. Вот. Сюда и здесь можно поменять. Это я уже просто повторяюсь, но беру три прутика опять, поменяем и пойдем дальше. Прутья берите такие миллиметры. Можно лентой, лента еще будет веселее. Но я пока прутьями буду. Говорится, это изделие такое декоративной формы. Поэтому какой прут под руками, с такого прута и делайте. Старайтесь ровненько, чтобы, хотя здесь ровность нам сильно не нужна, нам главное сюда посадить нашу елочку. Обычно мы елочки вырубаем, поэтому у нас сегодня такое занятие — лозоплетение, связанное с экологией. Можно сказать, с охраной природы. Поэтому сейчас мы елочки уже вырубать больше не будем, а будем их выкапывать. Идите в лес, самую такую елочку, которая трудно, неудобно себе, можно сказать, ей в лесу расти, потому что где-то в таких местах, где надо ее выкопать и дать ей место, чтобы она лучше себя чувствовала. Поэтому вот такие кадочки садим. Потом по весне, как в том анекдоте, 1 мая, жена говорит, когда вынесешь елку. Поэтому всю зиму она у нас будет здесь чувствовать себя и расти хорошо. А на 1 мая можно ее высадить будет в любой открытый грунт, в любом месте. Хотите в любой парк, хотите вдоль какой-нибудь дороги, и только принесем пользу для всех людей, и нам на душе будет приятно. Если каждый, даже если лозоплетельщик так сделает, прикиньте, сколько людей занимается лозоплетением. Это уже сколько мы деревьев ели и сосен посадим. Таким способом можно садить любое дерево. Зимой посадили, весной высадили в грунт. Вот так вот мы пойдем дальше. Вот таким способом, тремя прутами, будем оплетать. Здесь три перекину. Вот так-то так. Это все быстренько. И приятно на душе, что мы все ближе и ближе к Новому году. Все, заплели мы, ребята. Вот таким способом, тройным прутом. Я эти уже стоечки, где выступали, пообразал. Сейчас вот такие прутики я заготовил. Здесь 26 прутиков. У нас 13 точек, по 2
будем вставлять каждой стоечки сюда и сделаем обычную дедовскую загибку на нашей катке. Можно по три вставить, будет красивее. Это уже на ваше усмотрение. Поэтому сейчас вот по кругу мы пройдем, поставим и сделаем загибочку. Все, поставляли мы ручки. Туда можно их подальше. Будем сделать обычную загибку. Пустим здесь через один внутрь и через один сюда. И будем обрезать. Не будем мы здесь сильно. Я знаю, что дедовская загибка будет прочная. И вот таким способом. Одна сюда, сюда. И обрезаем. Обрезайте так. Где-то посередине стоечек, чтобы они не выскочили, потому что эти стойки стоят широко, чтобы наши прутья эти не повыскакивали. Вот так. Это загибочка. Смотрите наше видео. Простая загибочка. Можно через две стоечки пускать. В данном случае через одну пустим. И будет красиво. Два прутика здесь. Оно будет смотреться хорошо. Будет. Простая загибка. И вот так обойдем по кругу тоже. Вот, подходим к завершению. Я говорю, кто первый раз на нашем канале, смотрите, как я завершаю три стоечки. Вот это сюда. Это ложим вот сюда. Ложится. Эти сразу вот сюда. И вывозим. Вот у нас три пары вышли. Потом по рисунку. Это первое у нас заходило. Я сразу. А вот сюда. Эти нам нужно по рисунку сюда завести. Обрежем их уже. Вот, это заходит сюда, значит, вот сюда нужно. Один. Это. Второй. Выход. И вот здесь третий. Все, на этом наша загибка сделана. Окончание наше. Плетение будем считать закончено. Наш мешочек уже с каткой, новогодний мешочек. В этой катке мы посадим живую елочку. Почему я взял мешочек? Потому что пока она у нас будет стоять в домашних условиях, а потом, когда в свой огород или где-то, как я говорю, возле дороги, в парке, на аллею где-нибудь высадить. Или просто во дворике дома. Значит, этот мешочек полностью, это уже проверено. Здесь делаем множество дырок. Хотя корни от сосны или от ели этот мешок и нашу пленку пробивают мгновенно в земле. Поэтому до сих пор садится в землю весь мешок. А вот эта часть, наша катка, действительно, эта катка наша, будет сверху украшать наш саженец. Любой. Поэтому таким способом можно делать, оплетать даже в своем саду или во дворе любое дерево и так далее. Вот. Поэтому дальше сейчас еще покажу. Обязательно наше все изделие с елочкой, как у нас она уже будет здесь украшать наше здесь такое плетение.
Поэтому, ребята, подписывайтесь на наш канал и смотрите обязательно наше видео от начала и до конца. Следующая наша операция в этом изделии — посадка елочки. Все, ребята, можете посмотреть вот сюда вовнутрь. Я действительно сделал ямочку там у нас в нашей катке. И вот сейчас с корниками наше сосновое деревце такое. Вот корники. Вот здесь корники, если будете садить, а я знаю, что вы будете обязательно садить, этот прямой корень обрезайте. Это я вам говорю как растениеводство, потому что я люблю заниматься растениеводством, так же как и лозоплетением. Поэтому мне тоже нравится заниматься землей и так далее. Садить, пересаживать. Вот мы ее вставили. Я с вами полностью согласен в том, что наша сосенка немножко бедноватая на ветке. Но это только от того, что она мучилась в лесу, в затененном месте. Вот сейчас она здесь укоренится, оправится, потом мы ее высадим на постоянное место. Вот земелькой мы сейчас все это возвращаем, то, что мы убирали. И она уже у нас в нашей катке. Вот, потом польем обязательно. Веточки, ни одну веточку, хоть они какие и кривые, все, ничего не обрезайте. Такая есть ветка. Поэтому на сегодня я хочу просто очередной раз поздравить вас всех с Новым годом. В новом году желаю самое главное здоровья. Самое главное, чтобы мы с вами занимались как можно чаще лозоплетением, чтобы в жизни у нас было все хорошо. И всегда, всегда улыбайтесь, любите жизнь и любите своих окружающих людей, близких и так далее. Поэтому мы дерево посадили, я уверен, что оно будет расти. Поэтому подписывайтесь на наш канал и до новых встреч в новом году. Всего вам доброго.